Подставлена клюшка, но чуть в сторону шайба уходит. А что здесь? А здесь неудобно, и все-таки гол. Они выжили воду из камня. Да, ведь Атанасов тонко сыграл на Кручинина. Кручинин все-таки сумел направить шайбу в створ ворот так, что Коновалов своей команде помочь не смог. Выжимает, еще раз говорю, из ничего, просто выжимают моменты нижегородцы. 1-0. Торпеда выходит вперед. Едем дальше. 46 секунд большинства у Торпеда. И Атанасов, дубль! Они сошли с ума. Они просто сошли с ума. Не успел еще объявить Никиту Гусева информатор, как снова радость бурлит в нижегородском секторе. Но контроль по-прежнему у торпедовцев. Поменялись позициями. Конюшков набрасывает рядом со штангой. И хет-трик, шапки долой, господа. День ананаса сегодня. Сегодня просто, я не знаю, грузовик с ананасами перевернется где-то в Нижнем Новгороде. И несмотря на гостевой матч, пожалуйста, кепки прилетают, причем не только из торпедовского сектора. Там все подряд летит, и шарфы, и кепки, и...